Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня хочу поговорить о мобильной связи, а точнее реальный способ, как на ней сэкономить. Хочу дать рекомендации и рассказать про свой опыт, как получить довольно-таки приличную скидку на связь, не прибегая к каким-то радикальным мерам. Итак, поехали. Сразу оговорюсь, что я пользователь компании МТС. Итак, с чего же мы начнем? Если вас не устраивает стоимость вашего тарифа и вы хотите получить более выгодные условия, то предлагаю вам сделать следующее. Еще раз повторяю, что я говорю о своем опыте. Способ довольно-таки специфический, но наиболее эффективный. Я выбрал у нашего местного оператора Свердловской области выгодный тариф. По крайней мере, по параметрам и стоимости. Выгоднее не намного, но все-таки. Пришел я, значит, в салон связи «Мотив». И сказал, что я хочу перейти к вам от другого оператора со своим номером. Так как я не хотел менять свой номер телефона и хотел оставить его. Девушка из салона сказала, без проблем, но вам нужно написать заявление о переходе. Хорошо, сказал я, написал, значит, заявление, далее она проговорила, что переведут вас на тариф не сразу, а сначала дается ответ. Ответ может быть отрицательный, если вы должник или у вас какие-то проблемы с законом. В общем, приходит ответ положительный и далее ждете в течение 9 дней. Возможно, на других операторах меньше, но на мотиве именно так. Все, берете заявление и идете домой. Именно так сделал я. На следующий день мне звонят из МТС, из головного офиса, и говорят, что так и так, вы собрались от нас уходить, какая печаль. Кстати, разговор с оператором я записывал, и вот слушайте небольшой отрывок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует компания МТС, ваш оператор сотовой связи. Меня зовут Наталья. Мы хотели обсудить с вами условия обслуживания нашей компании. Скажите, пожалуйста, удобно сейчас меня выслушать? Да, могу. Спасибо. Для удобства общения, как я могу к вам обращаться? Сергей. Сергей, очень приятно. Сергей, мы обратили внимание, то, что вы написали заявление о переходе к другому сотовому оператору. Скажите, пожалуйста, с чем было это связано? Более выгодный тариф. Не буду вас утомлять прослушиванием этого разговора, так как полная запись всех этих переговоров есть у меня на канале. Звонила мне неоднократно, и я немного прибеднялся в надежде, что мне предложат более выгодные условия. Там 32 минуты хронометража. В подсказках можете нажать и прослушать всю эту запись этого телефонного разговора в правом верхнем углу. Как вы слышали, у меня был тариф с интернет-трафиком 1 гигабайт. И если учитывать то, что в большей части случаев я пользуюсь социальными сетями, мессенджерами и просмотром YouTube-роликов, когда меня нет дома, то это вообще меня не устраивало. Это мой случай, но вы можете попробовать либо больше минут, либо больше интернет-трафика попросить. Может быть, вам предложат вообще безлимитный интернет. И вот в итоге, что мне предложили. Если тарифный план «Мой смарт» вас чем-то не заинтересовал, у нас есть другое для вас предложение. Есть другое предложение. Мы хотим вам также предложить наш смарт. 1500 минут для звонков на всех операторов домашнего региона и МТС России. 1500 смс на операторов домашнего региона. 30 гигабайт интернет-трафика, 70% постоянная скидка, 225 рублей оплата на постоянной основе. Конечно же, меня такие условия устроили, хоть и не безлимитный интернет, но 30 гигабайт против 1 гига, да еще и по цене 225 рублей в месяц. Кстати, они предоставили лимит в 300 рублей для ухода в минус. По-моему, эта услуга называется «На полном доверии», что ли, если я не ошибаюсь. И также предоставили скидку в 50% на оплату нового тарифа на следующий месяц. То есть вообще 112 рублей. Ну разве не шикарно? Так что можете смело попробовать этот способ. Сейчас идет очень жесткая борьба за клиентов среди основных операторов России. Там Билайн, МТС, Теле2, Мегафон, Йота и так далее. Ну а если вы не хотите тратить свое время по походам в другие салоны связи, то можно просто позвонить своему оператору и сказать, что вам невыгодно пользоваться их услугами, и вы хотите или намерены там перейти к другому оператору. Есть большая вероятность, что вам пойдут на уступки. Лично я встречался с такими случаями. Вот, если вам были полезны мои советы, мое видео, и я вам четко чем-то помог, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока.